добрый вечер, дорогие телезрители. Это программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Александр Черепенин. Сегодня у нас в гостях настоятель Пятницкого подворья Свято-Троицкой Сергеевой Лавры, заведующий кафедрой пасторского душепопечения Сретенской духовной семинарии протеерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер, Александр. Мы работаем в прямом эфире, приглашаем вас принять участие в нашей передаче. Вы можете позвонить нам, написать в WhatsApp и задать свой вопрос отцу Павлу. Павел, а у нас уже есть некоторые вопросы в WhatsApp, и я хотел бы первый такой озвучить. Он следующий: Как простить усопшего мужа, никак не получается, он был еще и не крещенный. Да, хороший вопрос. И нередко с подобной ситуацией приходится сталкиваться. Может быть, то, что я скажу, не очень будет выглядеть как совет именно священника, но могу точно сказать, что это работает. Дело в том, что с этим человеком надо поговорить так, как если бы он был рядом, был бы живым. А еще лучше с ним списаться. Списаться в плане того, что написать от руки письмо, адресованное ему. И вот, может быть, открыть свою душу настолько сильно, насколько не получалось этого сделать, пока он был жив. Вообще, эпистолярный жанр, это по силе воздействия на самого человека, имеет невероятные э, возможности. Я знаю случаи, когда люди, расставшись друг с другом там, на, после 20-30 лет от э, отсутствия общения друг с другом, да? писали друг другу письма и через это преодолевали вот то самое отчуждение, ту самую боль, ту самую язву, которая у них была в душе. Поэтому мой совет э, этой женщине э, заглянуть внимательно внутрь себя, написать своему супругу усопшему письмо рукой на бумаге. И так, чтобы в, этой, в этом письме выразить все свои претензии, всю свою боль, я не сомневаюсь, если эта женщина на самом деле христианка, если для нее заповедь Христа о прощении, в том числе и врагов, имеет значимость, в процессе написания этого письма в ней произойдет вот то самое очищение, то, тот самый а, выброс боли, который препятствовал ей простить мужа, когда он был живым. А с живым человеком это получится, если меня? С а живым это тоже хорошо работает. Написать письмо? Да. В стол или отправлять? Вы знаете, по-разному. Если человек, которого вы хотите простить, способен, готов к этому разговору, если у него позиция такого открытости, идеологичности, то можно и отправить. А если нет, то это нужно для вас. Вы можете его написать в стол, и оно все равно работает. Но это я прощу человека, да? Да, Простит это вы простите меня? его. Но мы не можем за другого человека решать. Просто получается, если я напишу письмо и положу его в стол, то я ведь ну, только себе сделаю легче. А вы знаете, Александр, вот, вот потрясающая вещь происходит. В моей жизни было немало ситуаций, когда ну, появлялось внутреннее отторжение какого-то человека. Да? Вот, ну, все мы люди слабые, немощные, иногда увидишь человека и сразу к нему проникаешься симпатией, доверием. Иногда с точностью, да наоборот. И вот какие-то ситуации бывали, что неприязнь к тому или иному человеку, она прям начинала действовать разрушительно. Вот я себе взял за правило, в первую очередь, этого человека поминать на молитвах, еще перед своими там, детьми, самыми близкими людьми. И вот достаточно быстро происходило что-то мистическое, удивительное, чудесное. Этот человек вдруг разворачивался в какой-то неожиданной ситуации такой стороной, которую ну, никак ты не мог бы от него ожидать. То есть ты видел человека, условно говоря, эгоистичного, и вдруг этот человек, причем по отношению к тебе, совершал необычайный и совершенно непредсказуемый поступок пожертвования, самопожертвования. Он вдруг шел тебе навстречу там, где ты был уверен, что он отвернется, не поможет и так далее. Я к тому, что весь мир, как ни странно, он зависит, в том числе и от моего внутреннего состояния. Вот тот дух, которым я живу, та тональность, в которой я нахожусь, она каким-то невероятным путем изменяет, в том числе и окружение вокруг меня. Почему преподобный Серафим говорил: «стяжи мирный дух, да, и вокруг тебя начинают спасаться тысячи". Это же об этом же. Мы не можем всех остальных спасти, но мы можем войти в такое состояние доброты. Прощения какого-то доброго, благостного отношения к другим, при котором, в том числе и те люди, которых мы не можем повлиять, они становятся другими. Вот это наша вера. Очень в чем необычно. это работает? Сейчас у нас есть звонок от телезрителя. Да, пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из Москвы. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Вы знаете, вот мне хотелось задать такой вопрос. Вот э, часто так бывает, когда вот у человека какие-то скорби, причем в разных совершенно сферах, э, то есть ничего не получается абсолютно, вот, но ну, не там, не там, не там. И вы знаете, а и причем ты понимаешь, что вроде бы, ну, объективно не должно так быть, потому что там ты там такой, такой, такой. И вот вы знаете, получается, что в этот в этот момент э, у тебя начинает э, просыпаться, то есть такое ощущение, как будто бы либо Бога нет, либо Он делает все назло тебе. Понимаете, я понимаю, что это грех так думать, но получается, что ты начинаешь думать, что Бог специально тебе все делает плохо. Вот как бы все так подстраивать, чтобы у тебя лично, только у тебя ничего не получалось. Да, замечательный вопрос. Вы знаете, в житии преподобного Иосифа Исихаста был эпизод очень яркий. Вот он прямо точно отвечает на ваш вопрос. А когда он заболел серьезной болезнью тяжелой, у него на шее образовался крупный нарыв, из которого там чуть ли не ложкой вычерпывали гной, он отказался обращаться за врачебной помощью и вот в какой-то момент уже был в состоянии комы. И ученики не сомневались, что в ближайшие там, часы или дни он представится. И тут вдруг он выходит из комы и собирает всех братьев, Говорит, мне надо вам сказать что-то необычайно важное. Когда собрались брать, он им говорит: Братья, вы знаете, что я хотел умереть, я хотел уже вот закончить свое монашеское поприще, и я оказался вот в другом пространстве, в другом мире, где ко мне подступил дьявол и выбил из-под моих ног все опоры моей веры. Он показывал мне всю мою жизнь и все эпизоды, которые для меня были значимы. Ну, у каждого из нас есть какой-то вот опыт общения с Богом и то, что подтверждает нашу веру. Он показывал, вот это у тебя, ты просто был в прелести. А вот это состояние я тебе внушил. А вот это было связано с твоей физиологией. А вот это просто была такая психологическая ситуация. ты все полностью разбил в пух и прах. И вот тогда я понял, о... Нет, мне еще рано умирать. Я спец... должен вернуться к вам и рассказать, братья, о чем этот эпизод, о том, что, конечно, это великие святые, конечно, у величайших святых всегда был период так называемой ночи души или, если более так научно говорить, период богооставленности. Для чего был нужен этот период? А потому что по-другому невозможно человеку вырваться из этого морока самости. Ведь самое главное препятствие между человеком и Богом — это не наши страсти, не наши грехи, это мы сами. Точнее, та, сам, та самость, на которую налипает все остальное. Так вот, чем выше человек поднимается в своем духовном делании, в своих подвигах, в чистоте сердца, точно так же совершенно спокойно может подниматься и самость. И вот как ее э, убрать из человека? Бросить его в такую пустоту, в которой он, как апостол Петр, он должен либо ходить по воде, либо тонуть. Тут уже какого-то среднего положения не дано. Но это если говорить о великих святых. Но и не с великими святыми, а все-таки любой христианин надеется на ту или иную меру святости. Но все равно должен происходить духовный рост. Духовный рост ⁇ это не увеличение, не перевод количества в качество что я 10 лет ежедневно читаю утренние молитвы, значит, на 11 год у меня произойдет духовный скачок, и я начну видеть будущее. Нет, совершенно другое. Весь духовный рост, он происходит как раз-таки через кризисы. Мы оказываемся в той ситуации, в которой еще не, не бывали. И понимаем, что нам для того, чтобы а, сохранить свое звание как человека верующего, надо сделать еще один шаг в пустоту. Нам надо еще больше поверить Богу. Нам надо еще э, взять на себя еще более сильные риски. Ведь вера она невозможна без рисков. Вот э, есть такой замечательный э, 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 богослов э, Пауль, Ди, 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 Пауль Тильдих. Пауль Тильдих у него есть книга, она так называется "Мужество быть". Так вот для он говорит о вере. В состоянии веры человек должен иметь мужество быть. Потому что без этого мужества вера становится такой фантасмагорией, розовой, замечательной, милой, но не, но недейственной. А вот когда человек на грани отчаяния, но при этом понимает, что он может впасть в отчаяние, но при этом не впадает, а делает вот этот шаг для него в пустоту, оно меняет его. То есть так же, как изменился Авраам, когда принес своего сына Исаака, да? Это же тоже глубочайшая вещь. Это одно из э, центральных мест всего священного Писания, да? Почему? И поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность. То есть Бог назвал неправедного человека праведным, потому что он смог совершить этот подвиг веры. И вот в этом подвиге веры происходит какая-то глубинная трансформация внутреннего мира человека. Человек становится другим, но без этого кризиса веры. Этой трансформации не произойдет. Поэтому, если отвечать прямо на ваш вопрос, подвижник на вашем месте стал бы радоваться, потому что вы под особым надзором у Бога, и он прекрасно знает, что вы растете только под напряжением. Очень интересно. Очень интересный вывод из этой ситуации, потому что, мне кажется, что такое ощущение часто возникает у многих людей, когда Бог меня оставил, и никого и больше он меня не слышит, и не поддерживает, и молитвы мои напрасны, и что я вообще здесь делаю? Но это, это не так. Это не так, да. Скажите, а вот вы упомянули сейчас Павла Тиллиха, и это, кажется, протестантский богослов. Да, да этим... это лютеранский богослов этим... 20 века, в середине 20 века. Mm. Он очень интересен тем, что другая книга у него «Динамика веры». Он показывает, что вот, вера — это состояние нестабильное. Оно не может быть стабильным. Мы не можем, одев крестик на шею, совершив таинство крещения, поставить галочку и сказать, что я человек верующий. Это а, такое пространство, а, постоянно требующее твоего личного участия. Это знаете, с чем можно сравнить? Вот а, как а, какой-нибудь спортсмен или там балерина, если она не занимается собой, она сразу деградирует, она сразу выходит из а, того уровня а, мастерства, на котором находилась. Вот то же самый христианин. А за счет чего мы растем? Мы растем только за счет напряжения. И по идее, по идее, с каждым годом, с каждым новым периодом жизни это напряжение должно становиться все выше, выше, выше и выше. И Бог, как мудрейший тренер, Он измеряет меру нашего напряжения и меру наших способностей. Потому что Он не будет слишком, так скажем, нас недооценивать. Мы себя можем недооценивать. Мы можем говорить, что: Господи, что за ерунда вообще, это не, эта шапка не по мне. Я не вынесу таких там искушений, такой клеветы, такой злобы и всего прочего. А Господь видит и говорит: слушай, голубчик, да у тебя там ресурс еще вон какой, огромный ресурс. И это тоже наша вера. Мы, мы доверяем Богу. Ну, говорит, ну ладно, ну хорошо. Но раз такой ресурс, то вот, будем, будем держаться на нем, зная, что ты не мститель ты не хочешь уничтожения, ты не получаешь удовольствия от причинения боли мне. Ровно настолько нужна эта боль, чтобы что-то во мне, какие-то там проблемы решить. Скажите, а про лютеранских богослов читать как православному христианину вообще полезно ли? А, вы знаете, вообще православному христианину полезно воздухом дышать, даже не задумываясь над тем, каким воздухом дышат иноверцы, которые рядом с ним находятся, там, атеисты. Апостол Павел как говорит? «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». Вот, э, мудрость всякого христианина, как мне кажется, она заключается в том, что у него хватает некого внутреннего вкуса, чутья, различать а, то, что вредоносно, и то, что наоборот созидает. Вот у святителя Феофана Затворника ведь были замечательные а, правила, а, как вообще читать какую бы то ни было литературу. Да? Ведь сегодня мы привыкли читать ну, заглатывая в прямом смысле информацию. Будет ли она с экрана, будет ли она с планшета или там с обычной книжки. А у святителя Феофана подход, все-таки эпоха, конечно, была другой, но и подход был другой. Он считал, что э, цель любого чтения — это возгревание человеческого сердца. И вот без разницы, что ты читаешь, надо читать ровно до той э, поры, до того момента, а пока внутри у тебя не согреется сердце. Что значит согреется сердце? У тебя появляется мотивация, как мы сегодня бы сказали, мотивация к духовной жизни. Ты еще больше начинаешь хотеть молиться. Тебе становится интересным сама по себе духовная жизнь. Тебе хочется помогать людям, тебе хочется молиться. У тебя внутри вот э, что-то там разогрелось. Он писал, что цель любого чтения — это разогрев. А какими средствами ты будешь его достигать, значения не имеет. Я бы еще больше расширил даже мысль святителя Феофана, потому что у нас есть не только сегодня книги, да, не только письменные, письменные источники, у нас есть великолепный ресурс под названием кинематограф, которого во времена святителя Феофана, естественно, не было. У нас есть возможность иметь в своем кармане огромную подборку музыкального наследия всего мира там, за все времена. У нас есть возможность читать стихи, зайдя в интернет и сделая для себя подборку тех произведений поэтических, которые меня разогревают. И вот у хорошего умного христианина будет богатейший арсенал средств, которые помогают ему, вот знаете, как человеку на доске при серфинге, да, постоянно находиться вот в этой струе при минимальном каком-то усилии держаться волны и эта волна его будет нести с бешеной скоростью вот это то самое знаете на что это, на что это очень похоже на такое конфуцианское усилие без усилия вот человек когда стоит на доске я не, не, не умею так скажем заниматься серфингом но меня всегда восторг приводило когда вживую видел или когда вот какие-то записи там понятно что человек ничего не делает вот он просто стоит на доске. Ты понимаешь, что там люди очень долго учатся. Но вот он стоит и какие-то минимальные усилия делает. Но эти минимальные усилия позволяют ему удерживать себя а, вот в этом каком-то положении тела к доске и к этой волне. А все остальное выполняет вода. Все остальное выполняет вот эта мощь водной стихии, которая его несет. Так вот, когда мы говорим о следовании воли Божией, как мне кажется, речь именно о том, что вот постоянно себя как бы сонастраивать, такой, знаете, fine-tuning, тонкая настройка, под, поднастройка к тому, что происходит со мной не вчера, не завтра, вот в данный прям вот конкретный момент. Она происходит эффектно только тогда, когда, с одной стороны, задача, которая поставлена перед нами, достаточно сложная, а с другой стороны, мы имеем достаточно навыков, мастерства, понимания того, как эту задачу решать. И вот, вот такой вот идет постоянный баланс между этими двумя точками, и человек ууу, несется. Сейчас у нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, ведущий Александр и батюшка. Простите, я забыла, как батюшку звать. Батюшка Павел. Батюшка Павел, у меня вот такой вопрос сейчас Значит, Господь сказал и говорит нам, ни один волос не упадет без боли Отца Вашего Небесного. Я к чему хочу сказать? Вот, да, этим я успокоилась. Меня мужа убили, когда я думала, сойду с ума, представляете, да? Вот. И меня батюшка мой, ну, я его называю мой, очень сильно убедил, убедил, да, что, говорит, жизнь забирает только Господь, успокойся. И, и убийство, и ма маленькие, и так далее, и тому подобное. Вот вы что скажете, только Господь забирает жизнь по попущению, убийству и так далее. Сейчас эпидемия идет, уходят в иной мир и молодые, и старые. Это только Господь, никто ни другой, ни дьявол и, и вообще. Ведь все же под присмотром Господним, правильно я считаю? Как... Да, конечно. Э, мои соболезнования, конечно, с тем, что у вас произошло. А, но здесь имело бы смысл вспомнить книгу Иова и вот такого яркого, яркий персонаж этой книги, Иов праведный, у которого было все, а потом пришел дьявол к Богу и сказал, «Господи, ну вот хороший у тебя, конечно, человек Иов, но уж больно он не искушенный. Давай мы его, так скажем, немножко по, попроверяем, насколько он хорош». И после этого у Иова рушится все. И близкие, и богатство, и положение, и здоровье он лишается всего, остается только какая-то жалкая жизнь, которая то висит, так скажем, вот на ниточке. И все ему говорят вокруг: слушай, Иов, ну скажи Богу, чтобы Он закончил это издевательство над тобой, сколько можно. Тебя, наверное, у тебя там какие-то жуткие грехи, о которых мы не знаем, за что тебя так Бог наказывает. Скажи ему одно слово, одно слово ему скажи, отпусти меня, хватит, мне надоело. Иов а говорит ему, нет, ребятки, нет. И помню, там есть потрясающая э, фраза, э, я, конечно, дословную не э, приведу, но где Иов отвечает своим друзьям, как бы, э, словами Бога: Ребята, а где вы были, когда я устраивал этот мир, когда планет? Кто вы вообще такие, чтобы задавать такие вопросы и пытаться убедить моего э, друга, моего э, раба Иова, чтобы он. Противился моей воле. Так вот, две вещи для меня совершенно очевидны. Первое, это то, что бытие, оно гораздо сложнее, глубже, глубже и тоньше, чем способности нашего сознания. Куда ни нырни, хоть в микромир, хоть в макромир, ты понимаешь, ты можешь сказать, господи, какой же дивный мир ты создал. Куда ни ткнись, это везде удивительно и абсолютно непостижимо. Это вот четко. Мы не можем многие вещи понять, даже когда очень хотим. И второе, без всякого сомнения, жизнь и смерть находятся только в руках Божьих. Это тоже важнейший момент нашей жизни. Иногда бывают ситуации, ну, какой-то жутко безумной, необъяснимой смерти. Но когда проходит какое-то время, когда ты немножко уже, так скажем, отдаляешься и начинаешь видеть не только ситуацию из положения собственной боли, вот этого крика внутреннего, почему, за что, от чего, а видишь более широкий контекст, понимаешь, как эта трагическая ситуация сработала, срезонировала по отношению к другим людям, по отношению к тому, кто больше всего пострадал, для какой-то самые сильные переживания, по отношению к обществу. Ты понимаешь, что слушайте, да там столько всяких этих связей. И, как правило, такие вещи, такие вот драмы, они никогда не бывают бесплодными. Они никогда не бывают такими, что вот что-то там у кого-то что-то заболело и поболело, ну и, и ничего из этого не произошло. Нет. Обычно это какие-то, знаете, такие точки сборки чего-то нового. И, как правило, ну, очень интересного и очень, и очень такого, очень правильного. Вот, знаете, у немцев есть такая поговорка: в каждой семье должен быть кто-то на небе. Я когда ее впервые услышал, как-то удивился, думаю, что это значит. А вот оказалось, речь идет именно о том, что в каждой семье, если понимать семью под каким-то более крупным, под некой крупной структурой, чем просто там муж, жена и дети, должен быть кто-то, кто неправильно умер. То есть ушел из этой жизни не вовремя, там, в какой-то плохой ситуации. Вот это какая-то народная мудрость, своего рода некая такая точка, что ли, прикосновения, даже не знаю, как, как, как объяснить, что это такое. Вот как Христос, да, вот есть, мы говорим, что Христос на кресте, почему Христос на кресте является некой, Абсолютной истинной христианства, и главным нашим знаком. Хотя казалось бы, мы ведь проповедуем не просто смерть Христа на кресте, да, искупительную жертву, мы в первую очередь проповедуем преодоление смерти. Наш главный праздник это Пасха. Но почему наш главный символ это именно распятие? И знаете, вот не так давно я очень глубоко проникся этой темой когда я слушал одну из проповедей митрополита Антония Сыровского, где он говорит о важности уязвимости, беззащитности. Почему христиане избрали именно распятие своим главным символом? Потому что здесь Бог, приколоченный к кресту, оплеванный, униженный, абсолютно беззащитный, абсолютно уязвимый, тем самым свидетельствует абсолютную любовь, свою любовь к людям. Это предельное откровение Бога о самом себе и его отношении к человеку. И вот когда ты вот через этот уже э, э, ракурс э, смотришь на страдания в каждой семье, то понимаешь, что эти, с нашей точки зрения, неправедные страдания, они выводят всю семью, все окружение, да и само общество, ну вот в какой-то такой статус, в который по-другому они не выйдут. Вы знаете, у Ильина в свое время мне очень понравилась мысль, что страдание оно настолько пронзает человека, что он начинает быть и перестает казаться. То, вот, то есть, вот какие-то такие острые критические ситуации они отшелушивают все то вторичное, наносное, несущностное, несущественное что в обычной нашей жизни уходит на второй план. Все мы живем какими-то масками, какими-то ролями. А тут, когда человеку очень больно, ему уже не до каких социальных ролей, не до масок, не до какого-то размышления, как меня видят там зрители с той стороны экрана. У нас много сегодня вопросов и обсуждений духовной жизни. И я хотел бы отметить, что вообще в церкви существуют абсолютно разные взгляды на духовную жизнь. Вот чем обусловлены? Нет, почему нет, скажем, единого механизма в духовной жизни, следуя которому можно там, попасть в рай, или обрести мир? Да, да. Александр, представляете, насколько было бы проще жить в мире, если бы все березки были бы одинакового размера, одинаковой формы, одинакового количества листиков, одинакового угла отклонения каждой веточки и вообще во всем мире были бы только одни березки. Вот. Представляете, насколько было бы проще? Это же куча вопросов снял, исчезло бы. Не надо было бы такого количества ботаников, которые изучают разнообразие и так далее, и так далее. Так вот вопрос. А почему Бог создает мир таким разнообразным? Почему Бог не зануда? Наверное, в этом заложена величайшая красота и огромная мудрость, потому что мы через постижение разного, через преодоление опять-таки этих разностей, мы получаем что-то очень очень нужное, очень важное для нас. Если вообще отличиться от собственно вот вопроса духовной жизни, как вы сказали, немножко обобщить, то сегодня действительно мы можем наблюдать внутри церкви напряжение по нескольким линиям, да. Есть люди, которые там именуют себя, условно говоря, там, либералами церковными. Да. Есть те, которые говорят, что вот это фундаменталисты. Есть те, которые говорят, нет, мы не те, ни другие, мы традиционалисты. Или там, мы последователи такого-то там старца. И вот мы видим, что а, те, кому нравится раздирать церковь на разные партии, а, получают от этого некое удовольствие. Так вот, мне кажется, что церковь — это прежде всего не то, к какому направлению, к какому крылу внутри церкви ты себя относишь. Это то, как ты выстраиваешь отношения с другими. Церковь это все-таки, прежде всего, пространство отношений. И Христос сказал: Он не сказал такую фразу, потому все узнают, что вы мои ученики, если будете жестко сохранять традицию. Или наоборот, если вы будете идти четко в ногу с временем. Он сказал по-другому, если вы будете иметь любовь между собой. И там, где эта любовь есть, то, на мой взгляд, нормально наличие и тех, и других. Потому что и консерваторам есть о чем задуматься, когда говорят условно люди более прогрессивного направления. И прогрессивного направления людям есть о чем задуматься, когда их, им говорят традиционалисты или там, фундаменталисты, говорят, ребята, нельзя, вот вы нарушаете какие-то устои, вот это может там, разрушить. Так вот, движение, оно как раз-таки происходит при взаимодействии вот, разных точек зрения, разного подхода. Когда мы полностью ударяемся в какую-то крайность, то мы оказываемся в ловушке идеологии. Причем никакой разницы нет, какой идеологии. Будет это ли идеология либеральная, там, фундаментальная, какая угодно. Это все равно идеология. А что такое идеология? Идеология, знаете, вот если бы сравнить, если мы говорим о церкви как теле, да, то вот, по мне идеология, любая идеология, это всегда фурункул на этом теле. Вот он берет себя, высасывает, высасывает силы, высасывает, высасывает, а потом там образуется гнойник гнойник, который, если вовремя не прорвется, если он не уйдет из тела, он может вообще стать причиной гибели самого тела и разрушить его, изнутри разрушить. Поэтому, чтобы не допускать возникновения такого церковного фурункулеза, надо повышать внутренний иммунитет. А иммунитет — это и есть любовь. То есть, если мы видим, что в одном храме могут спокойно молиться, причащаться и не а, сыпать искрами увидев друг друга представители разных точек зрения с разными координатами, но для которых Христос является первичной ценностью, значит все в порядке. А если мы видим, что каждая из этих групп начинает а, перетягивать Христа как бы на свою сторону и говорить, нет, нет, ребят, Христос у нас, у вас Христа нет. Почему у нас Христос? А дальше без разницы, какая будет аргументация, она может быть любой. Но все, вы уже вы Христа уже порвали. Для вас Христос превратился в абстракцию. А если Христос не абстракция, если Христос есть э, Слово Божие живое и действенное, которое присутствует, которое действует с нами и в нас, которое вот здесь, в том числе и в этой студии, им живем, дышим, существуем, как говорит апостол Павел, да, э, то тогда как-то ситуация совершенно по-другому разворачивается. Наличие разных мыслей – это тоже проявление чего-то божественного? А Более того, это же слова апостола Павла, что должны быть разномыслия между вами, дабы открылись искусственные. Ну, то есть он прямо говорит, что без наличия разномыслия нет движения, нет развития. То есть это нормально. Как раз-таки, когда прекращается движение, когда все, вот, знаете, как цемент застывает, превращается в бетон, а вот тогда надо срочно предпринимать какие-то усилия, чтобы выйти из этой ситуации. Значит, что-то уже не в порядке. И причем не в порядке, очень серьезно. У нас есть еще вопрос от телезрителей. Такой вот вопрос. Мой муж где-то услышал, что когда молишься, нужно ставить стакан воды и потом его выпивать. Сам не молится. Но когда я утром молюсь, заставляет меня ставить для него воду. Спорить с ним бесполезно. Не является ли это чем-то бесовским? А какой замечательный вопрос. А как зовут? Неизвестно, да? Вы знаете, я в последнее время все больше и больше думаю о том, насколько Бог трепетно относится к нашей вере. В одном из потеряков есть история, как некий крестьянин каждый вечер наливал в небольшую мисочку молоко и оставлял Богу. Утром он приходил и видел, что молока нет, значит, Бог это молоко выпил. И вот как-то к нему пришел один из монахов-отшельников и узнал об этом. И сказал: ты что, дурак, ты что, неужели ты не понимаешь, что Бог это бестелесный дух, который везде присутствует, которому не, нужны, не нужно твое молоко? Говорит, скорее всего, какая-то зверюшка прибегает и выпивает твое молоко. Крестьянин очень смутился и этим и сказал: подождите, как это? Ну, ну вот этим моя вера живет я как бы вдохновляюсь тем, что вижу, вот, у меня живой контакт с Богом, у меня живое общение с Богом. Он говорит, все, спокойно, сейчас устроим засаду, ночью посмотрим. Он наливает молочко свое в мисочку, ставит, прячутся и действительно видит, лисичка выбегает, уже местно прикормленная, выпивает это молочко, у крестьянина руки опускаются, все, он уничтожен. Он понял, что много лет своей жизни он тратил впустую, он верил неправильно, и смысла в этом никакого не было. И вот этому монаху является Бог. И говорит, что ты наделал? Ты понимаешь, что ты надел? Да, мне, не нужно, мне, мне это молочко не нужно. Но мне было очень приятно знать, что вот эта лисичка каждый день имеет свое пропитание. И для этого человека это действительно было общение со мной. Так вот, учитывая эту притчу, не, не эту историю, это не притча, это реальная история, я бы сказал так. Поддержите вашего мужа в этой игре. И если вы осените крестным знамением во время молитвы эту воду, которую он потом выпьет с верой в то, что с этой водой что-то стало хорошее, что это не просто вода, это вот вода, обусловленная, связанная Двумя очень важными вещами. Любовью жены к, к нему и любовью жены к Богу. Я не сомневаюсь, что на самом деле, по его вере, он от этой воды получит огромную пользу. Часто вам приходилось ли в жизни, приходится встречать людей, вот как этот монах? А вы знаете, в какой-то мере все мы такие. Понимаете, одной из сложнейших тем в духовной жизни является разделение того образа Бога, который существует в моем сознании и который обусловлен целым сложным комплексом истории моей личной биографии, какими-то психологическими сложностями, вложенными в меня там установками, паттернами и так далее. И реально сущего Бога. Вот почему у Сафрония Сахарова есть такая замечательная книга «Видеть Бога как есть». Это действительно серьезная богословская проблема. Что такое состояние прелести? Когда у человека возникает некое представление о том, о какой есть Бог. Это представление очень органично вписывается в его жизнь и происходит такое короткое замыкание. Потому что с карманным Богом всегда комфортно и удобно договориться. Но беда в том, что вот в этом коротком замыкании места для Бога уже нет. И сам человек его разорвать не может. Оно очень сладкое. Оно очень такое, знаете пронзительное, потому что это ваш Бог, это тот Бог, которого вы создали по своему образу и подобию, поэтому ему легко так замечательно служиться. Причем служиться может там в каких-то жутких подвигах, в трудах и так далее. Разницы нет. Так вот, в чем заключается тут огромная сложность для христианина? В том, чтобы научиться растождествлять свое ожидание от Бога и того Бога, которому ты реально служишь. И вот когда, как очень хорошо, у отца Емельяна Бафидиса, один из самых любимых моих старцев Святой горы Афон, бывший игуменом монастыря Симонопетра, собственно говоря, он был у истока возрождения духовной жизни, монашеской духовной жизни на Афоне в XX веке. Вот У него есть такая книга, называется «Подвижнические слова Авва Иса Отшельника и толкование на них». Так вот, там он пишет, когда начинает говорить о добродетелях, что первое, с чем действительно сталкивается человек, начиная выполнять те или иные добродетели, это с тем, что все получается с точностью до наоборот, как ожидалось. И это прекрасный признак того, что человек на правильном пути. Почему? Потому что он сталкивается не с тем, что проецирует вовне из самого себя. Он сталкивается с реальностью другого. Вообще у Миллиана Вафидиса эта тема а другого, это, ну я бы сказал, такая, знаете, сквозная тема. Он даже о монашестве пишет, что что такое монашество? Монашество ⁇ это жизнь с другим. Это настолько контрастирует с нашим расхожим таким бытовым представлением монашества. Что такое монашество? Монашество ⁇ это жизнь самого с человека с Богом, да, с самим собой. Он говорит, нет, ребята, если рядом с тобой нет другого, об которого ты будешь постоянно сталкиваться с реальностью другого, с его инаковостью, с тем, что он не такой, как ты хочешь, чтобы он был. Никакой духовной жизни даже в помине нет. Для семейного человека это выполняет функцию, выполняет его семья. В первую очередь, там, супруга или супруг, дети те, с которыми ты постоянно находишься в каком-то сопротивлении. Но только благодаря этому сопротивлению ты не можешь залипнуть сам в себе. Потому что они, они живые люди. И точно так же в монашестве. Но в монашестве эту функцию выполняет духовник. Тот самый другой, об которого постоянно сталкивается и стукается человек. Я, знаете, вспомнил тоже одну историю, тоже афонскую, монашескую. Мне она очень нравится. Приходит, значит, молодой послушник в монастырь. И его старец, духовник Геранда спрашивает: Ну, как, вот кто я для тебя? Он говорит: Отче! Вы, 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 вы первые после Бога, вот, вот, вот есть Господь Бог, и вот чуть-чуть-чуть пониже это вы. Он тот улыбнулся в усы и говорит, ну ладно, хорошо. Там проходит год. Он такой же послушник, борода уже длинная, такой уже серьезный, уже там молитва Иисусова во идет. Ну, а теперь кто я для тебя очень? Ну, вы для меня вот э, такой вот э, равноангельное ран, равноангельское существо. Он вот как ангел. Тот хмыкнул, ничего не сказал, говорит, ну, ладно, хорошо. Еще проходит пять лет. Тот же самый вопрос. А теперь кто я для тебя? Отец, да ты, да ты такой же, как все остальные. Ты обычный человек. Ты даже ну, совсем не ангел. Просто обычный человек. Тоже страстный такой же. Грешный. Никакой, да хмыкнул, еще проходит пять лет. Тот же самый вопрос. «Да ты сатана во плоти, вот ты кто!» И тут старец сказал «Да!» Вот чтоб всегда так обо мне и думал. И зачем это нужно было? Понимаете? Встать? А потому что, не ожидая от своего старца ничего сверх там особого, но при этом, слушаясь его, воспринимая его как сатану во плоти, этот монах получает действительно духовный плод. Он учится любить э, без обратной отдачи. Он учится любить тогда, когда предмет его любви и тот, кому кого он слушается, для него непереносим. Да, действительно, вот этот монах, вот этот монах. А любовь к Богу, она должна быть такой же. А понимаете, а любовь к Богу, она же происходит вот как мы только что слышали нам звонила слушательница, зрительница, она же происходит примерно то же самое. Человек задает вопрос Богу. Господи, я, не, я не понимаю, а что происходит вообще? Я стараюсь, у меня все сыпется. Это абсолютно то же самое. Боже, почему ты не такой, как я хочу, чтобы ты был? Оказывается, ты просто есть. А это уже, извините меня, это уже выход на такой серьезный уровень. Такой у нас есть еще вопрос от телезрителя. Скажите, правда ли, что иконы просто так не приходят в дом. Каждая в свое время. Ну, в этом вопросе есть как бы две таких стороны. Первое, открою вам маленький секрет. Вы знаете, вообще в нашей жизни ничего просто так не приходит. Даже самые мелкие, незаметные события, предметы и так далее, все это вплетено в удивительную ткань нашей, вот конкретно лично моей жизни. Мы не всегда можем понять, почему и как, но именно вот эти мелочи, из этих мелочей а, плетется уникальный узор именно моей жизни. И икона здесь, в этом смысле, она никакой, никакой особой функции не обладает. С другой стороны, конечно, там, где у нас а, икона выполняет а, роль а, такого окна, в мир другой, где икона является своего рода неким напоминанием нам о чем-то, будет ли это святое, или там событие, или какая-то а, особое особая иконография, то тут, конечно, появление той или иной иконы в доме, оно вполне может свидетельствовать об каком-то призыве, о том, что Господь вот нам, нас как бы куда-то подталкивает или предлагает нам о чем-то задуматься, почитать там житие этого святого или больше внимания уделить на что-то. И это умение распознавать знаки, умение распознавать вот этот узор, который создается, я думаю, это очень хорошее духовное упражнение. И тот, кто умеет правильно его выполнять, всегда получает определенный, прям такой хороший результат. Вы говорите про знаки, а знаки это вообще в русском ну, православии? Знаки, в каком смысле? Знаки. Знаки это все то, что может нами быть интерпретировано переосмысленно. Нет, у Бога нет случая. Да? Кто верит в случай, тот не верит в Бога. Это прекрасно в свое время отец Александр ельчининов в таком виде афоризма показал. Но ведь послушайте, вся наша жизнь состоит из огромного количества случайностей. И тот, кто распознает эти случайности, кто может их каким-то образом хотя бы немножко увязать одну с другим и может быть, не столько на рациональном уровне, сколько вот на уровне какого-то глубинного, внутреннего ощущения, переживания, почувствовать, что вот они как-то, у них есть какая-то определенная взаимосвязь друг с другом, он может чуть-чуть как бы посмотреть вперед, увидеть, что да, вот на это надо больше обратить внимание, а вот на это, наверное, не стоит обратить внимание. Это, как сказать, это не гадание в таком традиционном смысле слова, это просто... внимательность, это вот человек внутрь себя находится, он находится в своей душе, он находится у своего сердца, очень внимательно смотрит. Вот это вот приходит на сцену моего сознания что-то, как мое нутро, как мое сердце на это реагирует, как оно откликается. Оно становится теплее или холоднее, оно там замирает в страхе и ужасе, потому что вера падает. Либо наоборот, оно раскрывается, начинает как-то светиться от счастья, от предвкушения там, общения с близкими, с любимыми людьми, с Богом. И вот это все происходит внутри. И когда человек с такой оптикой смотрит на мир, для него бессмысленность мелочей, она исчезает. Он может распознавать божественное, в том числе и в вещах, ну, в общем-то, совершенно каких-то будничных. У меня такой еще вопрос. Вот вы говорите много про волю Божью. Мы сегодня так получилось, что много про нее говорим. Хотел бы спросить, вот у вас лично, как вы принимаете волю Божью? То есть, может быть, какой-то совет, исходя из этого, дадите? Я скажу так, что воля Божия всегда воспринимается очень сложно и тяжело, когда нас слишком много. Вот, все мы эгоисты по определению, по тому наследию, которое имеем. Но все мы эгоисты в разной степени. И вот чем более человек эгоистичен, чем более он сидит в таком бронированном а, танке, куда проникнуть практически невозможно, тем ему труднее, когда он видит, что движение танка происходит совсем не в том направлении, куда он крутит рычаги. Но это, понимаете, это психологически очень сложно. И совершенно другая ситуация, когда вы сидите, условно говоря, там, не в танке, а в легковой машине, и у вас открыты окна, и вот вы крутите руль. И понимаете, вдруг замечаете, что вот вы поворачиваете направо, а руль начинает вас подру, подруливать на, на другую сторону. И вы говорите, хорошо понял, понял, я вот сюда аккуратненько буду дальше подруливать. Вот до такой степени. Ага, все, остановился, теперь едем прямо. Это тот человек, у которого есть какое-то пространство для того, чтобы позволять Богу действовать в своей жизни. Поэтому, э, чем менее мы эгоистичны, э, чем больше мы оставляем простора для Бога, э, тем проще следовать воле Божией. Но тут еще какой-то момент очень важный, надо понять, что вот э, нам легче следовать воле Божией тогда, когда мы понимаем, что эта воля не есть что-то враждебное по отношению ко мне. Когда мы понимаем, что на, на, в глубине колодца моей души не какой-то автономный источник света, а тот же самый Божественный свет, который мне светит извне. И то, что Бог от меня хочет, как бы, будучи вне меня, на самом деле того же самого я хочу в самой глубине своей души. И вот когда эти два воления, два этих желания встречаются, то человеку очень легко и радостно как раз следовать за Богом. Отец Павел, в заключение нашей передачи хотел бы попросить вас кратко подвести ей итог и что-то пожелать нашим телезрителям вот по итогу сегодняшнего разговора. Да, по итогам сегодняшнего нашего разговора я хотел бы вспомнить замечательную фразу Григория Савовича Сковороды, который говорил, что все несчастья и беды человека а от несродности, от непонимания собственной природы. И я желаю всем нашим зрителям, не бояться быть собой, но собой не в том образе, который каждый из нас создает в голове, а в том самом сердце, которое чувствует, по-божьему мы поступаем или нет. Спасибо большое, отец Павел, что были сегодня с нами и отвечали на наши вопросы. Спасибо вам за терпение. Это была программа «Беседы с батюшкой». У нас в гостях был настоятель Пятницкого подворья Свято-Троицкой Сергеевой Лавры, заведующий кафедрой пасторского душепопечения Сретенской духовной семинарии, протоиерей Павел Великанов. На этом наша передача подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч.